В госадминистрации Бендер чествовали водителей и дорожников. Свой профессиональный праздник они празднуют в последнее воскресенье октября. Поздравляю вас с праздником. Спасибо вам за ваш добросовестный труд. Еще раз желаю всем счастья, здоровья. Как говорят у водителей, ни гвоздя, ни жезла. Перевезти пассажиров и грузы, отремонтировать транспорт, построить дорогу. Все это по силам тем, кто сегодня в зале. Водители, механики, автослесари, инженеры, мастера и не только. Более двух десятков специалистов получили награды за нелегкий труд. Всем поздравляю вас еще раз. Спасибо большое. Медаль за трудовую доблесть специалисту со стажем, главный механик РСУ Андрей Черный, в отрасли не одно десятилетие. Вместе с водителями и дорожниками принимает поздравления, благодарственные письма и грамоты президента и главы госадминистрации Бендер. Поздравляю вас. Инна Казаченко – молодой специалист на городском предприятии «Коммуналдорсервис» всего 4 года. Мастер дорожной службы – работа не из легких. Транспортная инфраструктура – важная часть экономики города и республики. Обеспечивать ремонт дорог и поддерживать их в состоянии, обеспечивающем безопасность – это только часть обязанностей специалиста. Пришла я к этому как-то так спонтанно. В мои обязанности входит, то есть… Работа с людьми, работа с общением с людьми, работа на дорогах, с бумагами. В работе для меня главная ответственность. 5 путепроводов и около 160 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали за последние 5 лет бендерские дорожники. Свыше 23 тысяч человек в день и больше 7 миллионов в год. Столько пассажиров перевозят только бендерские троллейбусники по городским автомагистралям.